Недавно состоялись взаимные визиты журналистов из Азербайджана и Армении. В рамках визита представители азербайджанских СМИ побывали в Армении, а также в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана. Армянские же журналисты побывали в Баку, Губе и Гендже. Действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак назвал данный шаг позитивным. Визиты журналистов, по его словам, улучшают атмосферу, снижают напряженность и могут открыть путь для политического решения карабахского конфликта, считает Лайчак. Данный шаг поддерживает и страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ «Россия». Словакия в этом году председательствует в ОБСЕ. Мы, конечно же, пристально следим за развитием ситуации. Это позитивный шаг. Это повышает уверенность, улучшает атмосферу, снижает напряженность, и я считаю, что откроет путь для политического решения. Я верю, что председательство Словакии внесет вклад в решение конфликта. Мы рассматриваем это совместное мероприятие как показатель намерений сторон способствовать установлению контактов между армянами, между азербайджанцами. Мы считаем, что подобные гуманитарные акции, направленные на подготовку населения к миру, следует продолжать. И мы будем, безусловно, их поддерживать.